В четверг вечером у торгового центра «Эвор» под колеса иномарки попал пешеход, который, по словам водителя, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Судя по повреждениям «Тойоты Филдер», которой управлял 38-летний шофер, удар для прохожего был более чем ощутимым. Молодого человека 1990 года рождения доставили в больницу с открытым переломом правой голени, рваной раной левой и повреждением связок колена. Опрашивать госпитализированного полицейские будут позже. Пока же картину произошедшего инспекторы восстанавливали со слов таксиста. Мужчина объяснил, что двигался по Суворова со стороны улицы Краснореченской. На пересечении с улицей Ворошилова транспортному потоку горел зеленый, поэтому темпа движения водитель не сбавлял. То, что на зебру кто-то рискнет выйти, шофер не ожидал. Он прошел на красный светофор, пешеход прошел. А, на красный пошел? То есть вы на зеленый ехали, я да? Я ехал на зеленый. Вы в прямом направлении ехали? Да, я в прямом направлении ехал. А зачем же он на красный-то пошел? Не знаю, наушники у него дорожные. Пешехода, переходившего дорогу слева направо по ходу движения «Тойоты», водитель заметил только в момент удара. Шоссе бликовало, шел дождь, человек был в темной одежде. Остановился «Филдер» метрах в 40 от места наезда. Причиной тому стала растерянность шофера. От неожиданности мужчина не сразу понял, что произошло. Соответственно, и на педаль тормоза надавил не сразу. По словам автомобилиста, то, что пешеход нарушал правила, готов подтвердить пассажир универсала. С места происшествия Юлия Рябцева, Мария Дедова и Андрей Алферов.